Привет, чувак. Если ты хочешь выиграть один пропуск, то у меня для тебя есть офигенная новость. Есть такое видео на канале The Horse Channel. Это канал моей подруги хорошей. Она устраивает конкурс на один пропуск, на набор Посейдона или две ласки, инорога девочку и на ИКЮ. То есть, чтобы принять участие, вам нужно подписаться на ее канал, поставить лайк и написать в описании порядковый номер и ссылку на свою страницу в Ловоди. И за первое место получит пропуск, второй набор Посейдона. И если вам интересно призы, то поставьте на паузу и почитайте. То есть, как бы я уже приняла в этом участие, потому что призы реально клевые. То есть, один пропуск просто так, это, по-моему, довольно-таки неплохо. И если вам тоже интересно, то ссылку на это видео я оставлю в описании. И вот, собственно, страница в Ловоди. И еще одна офигенная новость, что у нее на форуме очень-очень дешево есть ослы на заказ, то есть вы нигде таких дешевых ослов не найдете. У нее один осел стоит 8000 кю, ослица 10. Вот сейчас для сравнения. То есть вот вам для сравнения, обычная белая ослица стоит 35к, а она продает на 25 000 дешевле. И ссылка на ее форум тоже будет, извиняюсь, внизу. И, пожалуйста, я, конечно, понимаю, что это странно, что я ее рекламирую, но просто реально классные конкурсы висят без участников почти, и тоже очень-очень можно выгодно приобрести осликов или попробовать выиграть пропуски. Так что, да, пожалуйста, поймите меня, это все ради вашего блага, потому что вы бы наверняка хотели поучаствовать в конкурсе на один пропуск. Я полагаю, что да. И, кстати, вот еще что. Чудесный игрок, с которым я списалась уже, это где? Где ты? Господи, черт возьми, я тебя потеряла. Ну, как потеряла, так и нашла. Это игрок Халиси. Я неправильно прочитала, извини, за то, что я неправильно прочитала твое имя в первый раз. Но мы с ней списались, и она мне сделала просто офигеннейшую аватарку и презентацию. То есть, вот, как вы видите, у меня теперь новая аватарочка с Дэдпулом. Обожаю Дэдпула. И вот такой вот чудесный просто баннер. Да, и в общем, это все. Участвуйте в конкурсе, заказывайте дешево ослишек. А с вами была Настя Лир. Ждите их новых видео. Всех люблю, всем пока!